initiate. Recently, Abstergo Historical Research began several new projects in London. We both know that. По-моему, это какая-то актриса, нет? The Templars are up to something. Такая нехрененькая. Омолодили, правда. Бывшая жена Эштона Кетчера, например, нет? Не она? Еще пару шагов вперед, сделает компьютерной графикой, и порно-актрисы останутся без работы. Они будут просто нахрен не нужны, потому что компьютерные сиськи будут не хуже, а может даже и лучше. Со временем однозначно лучше. В общем, вчера где-то часов 12 ночи пираты крякнули Assassin's Creed Syndicate. Сегодня все уже играют за день до релиза. Самая фишка в том, что у меня есть лицензия этой игры, мне дали ее в подарок видеокарте. Собственно, подарок они, блять, просто, я не знаю, они подарили, считайте, что все равно, что бесплатную игру, ведь все равно ее украли за день до релиза. Если хотя бы позже, на пару дней, я бы понял, что, а, вот, пираты, обломитесь, а лицушники уже играют, но почему-то бывает чаще наоборот. Лицушники, обломитесь, пираты уже вовсю играют. Ну, если, конечно, дело не заходит в защите Динова, где обламываются все, потому что никто не может играть, все лагают. Ну, первый взгляд, в общем, я запишу на пираточки, а потом буду ждать уже, когда лицуху себе изволят выпустить. Хотя, по-моему, когда просачивается, проходит информация, что игру уже украли, тянуть с релизом дальше нету смысла, надо уже выпускать на день раньше, херак. Кстати, а чё, русской озвучки нет? По-моему, в Ассасине всегда была русская озвучка, нет? The Templars consolidate their power. They have chosen a Grand Master so ruthless, so thorough. One might think Reginald Birch himself had returned. His name is Crawford Starrick, and he intends to rule the world. Starrick. There is no aspect of society he does not control, no industry that escapes his grim touch. By day, it is corrupt merchants and venal politicians who hold court. Come night, a vicious street gang known as the Blighters strikes terror in the hearts of all. There is no business untainted by his poison, no person unexploited, be it by duplicity or force. Our enemy has designs on the highest office of them all. Он хочет стать королевой. As you look inward, and dare I say it, afraid. Crawford Starrick's ambition is fixed on the beyond, to kingdoms and continents as yet unconquered, though not for long, for he knows. Такое ощущение, что актер озвучки не англичанин, а как будто китаёс-иммигрант и говорит с таким ядреным акцентом. Да-да, мы уже в курсе, с чего обычно начинается очередная часть Assassin's Creed. Никогда никаких, ничего нового, каких и поворотов. Сейчас опять какой-нибудь оборванец откроет в себе способность быстро бегать и ловко лазить. А потом его заметит какой-нибудь там престарелый ассасин или еще кто-нибудь, научит его драться, убивать и, блять, и каждый раз одно и то же. И все этому удивляются и радуются. Ура, новый ассасин вышел, радость какая, ёптыть. The iron ships from here. The Templar running things is Rupert Ferris and our target one. А, нет, мы играем сразу ассасином, как так? Что за сбой в системе? Хотелось бы, кстати, полазить немножко на 40 графики, если это возможно. Что за мода у разработчика пошла? Ladies and gentlemen, the unstoppable Fry twins. See them nightly at Covent Garden. Неудержимых близнецов? Близнецов? George, honestly, I've studied the plans of the laboratory and have every route covered. And I've got all I need. Right here. Какие же они близнецы, если брат такой уродец по сравнению с этой тёлкой? А может, если она усы отрастит? May the creed guide you, you vagrants! Poor man, more afraid than ever.
Хотя, может быть, попозже, попозже главный герой ударится в воспоминания, как он попал в ассасины, и по-любому будет миссия обучения. Ну, как-то раньше всегда так было, согласись. Чем это его придавило? Не похож он что-то на расплющенную лягушку. И ходит еще. Я тебя вылечу. И тебя вылечат. И меня вылечат. И всех нас вылечат. Ну давайте уже дайте в настройках-то полазить, ептать. Нашел сразу и русская озвучка в настройках включилась, и автоопределение графики мне он выдало. Шикардосная фигня, еще гиг памяти остается в запаснике. Давайте поглядим на эти красотищу на эту. Ну, что-то, конечно, тряпки на нем могли бы по текстуре не быть. Вообще, что за оборванец? Почему ассасин ведь в заплатках? Так. Удерживайте фриран. Ой. Месье Кочегар, просим прощения. Фриран вверх, фриран вниз. Какой фриран вниз? Чё? Русская озвучка на пару децибел тише сделана почему-то. Остановлю машину. Дверь откроют, и я попаду к Феррису. Ну, понятно. Паркур, как паркур есть паркур. Нет, ну, графика, конечно, зашибись. По сравнению с Assassin's Creed Unity, который как лагал, как... Не знаю, лагал, как не знаю, блять, как кто лагал. Там даже нету такого примера, потому что Assassin's Creed Unity лагал эталонно, блять. Его нельзя ни с чем сравнить. Это что-то можно только с ним самим сравнивать. Он невероятно лагал и при этом выдавал невероятно дерьмовую графику. No smoking. Охрен ли no smoking, если там и так все в дыму, в пару или хер знает что. Фриран вниз. А, на Е это спрыгивать, понятно. Какой-то... Видали мы ассасинов и половча, если честно. Он этот в своих кирзачах что-то совсем какой-то неловкий в плане управления, а ходит он вообще как инвалид. Чтобы открыть дверь, ассасин решил взорвать эту котельную, чтобы все подохли. В итоге будут выносить их трупы, откроют дверь, и он выйдет, я так понимаю. Потому что он давление-то, походу, нагнетает здесь. Вообще нормально. Ассасин от бога, короче, походу, вообще. Ему надо было пройти именно сквозь это здание. Он не мог обойти его, пролезть по фасаду. Надо было войти внутрь, начать тут все, блядь, ломать. Что стряслось? Признавайтесь, кто это сделал? Убийство с воздуха. С третьего этажа. Ты кто? Санитарный инспектор. У вас тут труп? Это ты, труп! Беги к мамочке! Ты будешь умолять о пощаде! Убить бандитов? Боевка. Ну, на одну и ту же кнопку он делает очень много разных приемов, это да. На меня сходу напали какие-то близнецы. Потому что они двое из подворотни одинаковых с лица. От мощного удара в челюсть с него слетела шапка, но он не потерял сознание. Такие удары даже по ветке, сука, не держат. Ты, блядь. Пробить защиту. Я не понимаю, почему главный герой не... А, вот теперь он мочканул его ножом все-таки в горло, после чего понадобилось его еще добивать. Какие тут... Вот правильно говорят, раньше здоровье... Сейчас здоровье у людей уже не то. Вот раньше-то, посмотрите, какие здоровые были. Нож в горло, ничего, продолжаем бой.
хуже бывало. Пипец, ты чё там шепчешь-то, собака бешеная? Что за фигня? Где настройки? Параметры, звук. Громкость речи, максимум. Громкость тогда всего остального надо убрать в половину, потому что он вообще его не слышно ни хрена. Тут надо будет не забыть прибавить общую громкость дорожки. Чтобы звук вообще не пропал. Не, ну оптимизацию завезли, это однозначно, потому что игра, ну, вообще не провисает при этом на ультрах. На моей не самой ультра-видяхе. Чего? Ничего такие комбинации. Может, это для геймпада все? Обнаружение. Увидев вас, противник начинает вас подозревать. Если вы останетесь в их поле зрения, займите укрытие, чтобы оторваться от врагов. Они станут агрессивными. Я до тебя доберусь. Опа, и подозрительность его тает. Ведь человек, который прячется за кучей досок, не вызывает подозрения. Логично. Делайте двойную норму. Да, это вам не коммунизм. Это там делайте двойную норму, мы вам значок дадим. Тут цена бабла. Проклятая буржуазная Англия. Так, убивать их нельзя, я так понимаю. Или не следует, или не нужно. Чё ты делаешь? Чё он делает? Оптимизацию завезли. Мозгов главному герою не завести забыли. Ну. От горячего фонаря даже, вау. Мне кажется, что они должны моему паркуру постоять поаплодировать. Куда ехать-то надо? Лезть, вернее. Добраться на ту сторону, а как туда? А, через дверь, походу. Может, тут через окно? Давай, обезьяна. Не, все-таки просадки есть до сорокета в дыму во всяком. Кольцо маскировки. Чтобы прицелиться, затем нажать, чтобы бросить нож. Вау. Метание ножей. Орлиное зрение. Да ладно, ему плохо стало, чего? Что у него с ногами, я что-то не понял. Как-то... Когда уже сделают нормальную физику падения трупов? Ну это ж пипец. Ну-ка, обыщем. Я ему щеки ножом пробил насквозь, смотрите. Надо внизу тоже пацанам посмотреть дать. Нет, 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 чувак, нет. Это так похоже на Хитмана, которому скоро уже, не знаю, лет 50, наверное, исполнится. Только Хитман так паркурить не умел. Ну и ножи вроде как он тоже не метал. Кратце, это когда он капюшончик одевает, понятно. Ножи у меня заканчиваются вообще-то. Ножи они пожадничали, дали только 5 штук. У него шляпа непробиваемая с первого раза, ножом не пробила, видимо. Ну давай, слезай, господи. Отлично вообще. Спокойно, дамы и господа, я врач. Спокойно, посмотрим. Потрогаю его за член. Пульса в члене не прослеживаются. Этого потрогаем за задницу. В жопе тоже пульса нет.
Ну, дамы и господа, добрые самаритяне, кто-нибудь хочет произнести надгробную речь? Я, как представитель его семьи, заверяю вас, что он просил его кремировать. Чувак? Твою мать, сука, да ты тяжелый. Сейчас. Земля праху, мир праху его и праху, блять, не закинуть. Ладно, чуваки, сами как-нибудь справитесь. Меня ждут добрые дела. О, чувак. У нас посетитель. Да, у нас посетитель. Ни хрена тебя сняли с пробега. В принципе, орлиное зрение здесь не нужно для того, чтобы видеть врагов. Враги одеты в красное. Я не знаю. Что это там происходит? Это не злодеи. Хотя они напали на ребенка и на какую-то бабу. Ну туда ты можешь прыгнуть-то, ёб твою мать. Ёбаный враг, как все херово. Мы вам объясним, что к чему. Раньше управление было на одну кнопку, теперь на три, поэтому немножко непривычно. Мистер Феррис ценит скорость. За дело. Все равно, по-моему, не слышно, что они говорят. Причем фоновые голоса говорят на английском, а то, что надо, на русском. И не всегда дублировано субтитрами. Ну, что, не открыть, что ли? Найдите, убейте Руперта Ферриса. Как у них нервно там на вокзале, однако. Опачки. Куда ты, ёптать? По-моему, мы за первую миссию только сейчас осмотрим все лучшие места индустриальной Англии, или как там. Мистер Феррис, сэр. Ну и лицо у него точно, блядь, мафия, мафия один. Завода надо бы отнести на перевязку. Вот у этого. Ладно, но только за его счет. Да, сэр. Ну да, правильно, перевязка ж, наверное, денег стоит прям ебанических. Перевязка, зеленка. Мы договоримся о цене, да, мистер Феррис? Сука, ничего ты, у тебя слух, как у мыши, бля. Тот за 24 комнаты отсюда что-то сказал, а этот услышал. Охереть можно. Прыжок. А что это такое здесь происходит? О, нифига себе. Это что за процедура? Ну, это сталеварня, понятно, как-то. А, формочки, наверное, наливает. Это прикольно, только этой дорогой я не пройду, походу, мне надо. Поверху, что ли? Он тут может? Ой, да где эта обезьяна только не пролезет? Ёпта. Не обращаем внимания. Ой, как он беспощадно всех валит. Спокойно, пацаны, вам мыть не придется, все унесу. Даже не знаю, где тебя припарковать-то, чувак? Ты где бы хотел лежать? Ну, я думаю, здесь нормально будет. Так, ага, 45 метров. Ага, можно по балкам прямо на крыше, да? Прям под крышей. Несущим. Давай! Повезло. Так, а теперь чего? О, нифига. Не, ну так высоко-то это не надо, это уже. Ну,
как бы, как прыгнуть отсюда. Чё-нибудь, блядь. Уф. Ура. Нажатие на все кнопки спасает в любой ситуации. Я только не врубаюсь, а как... Ага. Это кто такой? И почему он говорит на английском? Он так с эхом орал, когда я стоял далеко, когда я подошел, он перешел на русский и шепотом. Я ебу. Что такое? Ничего, все нормально, все свои. Ух ты, блядь. А буржуй, ты умеет драться, смотри-ка. Я что-то в него там набросал. А, и он сдох. А, я ножей в него набросал. Это была самая крутая драка, блядь, за все части Assassin's Creed вместе взятые. Все кончено. Да? И что же именно кончено? Ну? Ты. Машина Старика лишилась одного винтика. Пусть важного. Но одного. Ваш великий магистр падет. Вы ассасины. Обратите внимание, что когда показывают главного героя, злодей лежит. Он над ним склонился и разговаривает. А когда показывают злодея, злодей стоит на ногах напротив него, получается. Потому что это сам город. Мы вырвем этот город. Да-да-да. Очень классно. Сомневаюсь. Ты таишься в тенях Кройдена, как трус. Ты не сможешь. Я уж молчу про то, что кровь то есть, то нету. Только шляпа. А, и надо теперь платочек с кровью отнести. Это так похоже на первую часть, где перышко надо было. Перышко. Пердышко надо было отнести. Фрейлин? Ну, нести этого жирного, я думаю, не надо. Да хватит орать, верну я тебя, верну. На, блядь, забирай свой. Опять она по-английски, да? Не, может, это удел пиратки? И я тогда на лицензии смогу насладиться переводом все-таки. Вниз нельзя, зачем туда открыли? Вы покинули запретную зону. А вот и сразу миссия на поезде начинается. Оуч. Я к машинисту. А что это было-то? Я тебе язык вырву, любитель побега. Хорошо, что они стреляют очень косо. Безбилетники поганые. На F, чё на F-то? Я предлагаю что-то нажимать на F. А, увернуться от выстрела, что ли? Ну ты у меня попляшешь. Бьешь как моя мама, а ты стреляешь, блять, как моя бабушка, придурок. Да, ну не сказал бы я, что какая-то боевка тут стала прям супер интересная. Перевизуализировали ее и все. Что, не выдержали, да? Пушкин, давай на тормоза ехать. Они, чтобы меня убить, решили поезд, походу, с моста с какого-нибудь скинуть, не? О, нет. Пушкин катапультировался, давай тоже что-нибудь. Ну
Да, логично, чего уж там подумаешь, поезд ценой многомиллионного, блять. Просто я не знаю. Поезд. Похоже, у нас не плановая остановка. Железнодорожный состав в те времена была очень дорогая тема. Железнодорожные магнаты стояли на одном уровне с нефтяными магнатами, а иногда, по-моему, даже богаче были. То есть владельцы там железных дорог, этих железнодорожных составов. Помню, типа, говорили, что за решетку летнего сада там какие-то бизнесмены предлагали хренову тучу паровозов. Что-то типа того. А тут нахуй, еблись его с моста. Пойдет. Чтобы убить какого-то оборванца. Логично. И чё? Грунты просели, наверное. Пожалуй, в следующий раз пешком. Чувак, для кого ты выдаешь эти пафосные фразы? Вокруг никого, тебя никто не слышит. Оцените это воспоминание. На лицухе буду оценю. Когда он там выходит? Завтра? А это что такое? Тетя Мотя, да еще какая, обалдеть вообще. Задница, смотрите, какая широкая. Бля, они реально решили вернуться к первому ассасину. Забыть все, что было раньше. Вот эта вот загрузка в стиле олдфажных всяких тем. Я что-то не помню, что в черном флаге вот такая тема была. А может была? Просто походи в пустоте. Хоть врагов бы дали побить там, я не знаю. Мы, походу, в этой части воюем против железнодорожного магната, и поезда станут неотъемлемой фишкой. Классно, я вот специально вырезал загрузку здесь 2 минуты. Мне показали, как поезд проехал 5 метров, и снова загрузка. Двор. Тут охрана. Лаборатория. В ней и находятся частицы Эдема. Как заебали ваши частицы Эдема уже. Вы что-нибудь новое можете придумать? Заметем следы. Так, теперь надо будет отцепить локомотив, это их отвлечет. Где он? А? Где груз для Брюстера? Что-то можно подумать, что там так качает и шатает, что они ж прям, блядь, стоять на ногах не могут. Мы что, на корабле плывем или на поезде едем? А, и эта миссия за тетю Мотю будет, да? Прикольно, нах. Свистнуть. Нахер его свистеть-то? Видимо, надо. Кто здесь? Смертоносная. Пора заняться поездом. О, вообще. Это как черная кошка в Бэтмене, походу. Сейчас выпрямится. На повороте кидать-то не вариант. Я иду, сэр Брюстер. Обыскать, а что у них там есть-то? О, метательный нож в этот раз она из него вытащила. В прошлый раз, по-моему, он ничего не вытаскивал. Так, господин безбилетник. И тело пропало сразу как. Понятно, понятно. Быстрый бросок. Ух ты, а что это она косой какой-то дерется, что ли? Тот бичара безоружный был. Вообще-то первый вооружен. А, нет, почему? Привет, парни. Лихо на их. Пожалуйста, мисс, не выдавайте нас. Чё вас выдавать? Я тут 10 человек убил, меня бы не выдали. Сюда кто-то проник. Время заткнуться. Время заткнуться, это он своему другу, наверное, сказал. Он
Он что, не сдох, там сзади стоит? Горло режь! Вроде нихера она их растерзала просто. Да, баба валит. Сразу неловкая ситуация, когда сестра сильнее брата оказалась. А ну, хватай ее! Косу-то забери хоть. Ёб твою мать, ничего себе она выдает. Слышь, да успокойся-то, он умер еще минуту назад, по-моему. Просто, бля, порвало. Метательный нож, 126 флорин. Или что? Какие тут, какая тут валюта-то? Фунты должны быть вроде, нет? Может, в Англии? Пахнет, как стряпня Джейкоба. Если бы мы еще знали, кто это такой. Оцените локомотив. Оцениваю, заебись. А, отцепите, ёб твою мать. Оцените. Теперь я смогу пробраться в лабораторию. Интересно, что-то не улавливаю связь, ну ладно. Теперь я смогу угнать только чисто этот... Как его? Тепловоз, или как его назвать-то, блядь? Короче, без вагонов нахрен. На нем стелсить по этим, по железным дорогам проще, он менее заметен. Ой, бля. Мне кажется, эта ассасинша должна была соблазнять тупо тамплиеров и убивать, а не лазить тут. А это что за крокодил? За мной, по путям. Ёб твою мать, это что за крокодил? Смотри, Вова. Ладно, что случится, я крикну. Ну, в принципе, я думаю, что... Осмотримся сверху. Да, да, сверху. Осторожность лишней не будет. Сверху, снизу осмотримся. Я думаю, что, в принципе, для... можно на этом первый взгляд... Надо вернуть груз. И закончить было. Как она бесшумно бегает. Видели женщину? Нет, никогда. Ни одной женщины не видели. Ух, нихера себе. Бросить. Чё бросить-то? Куда она пошла? Ну, добраться. Я добрался. Стоять. А она шустрая. Надо остановить её. А, понятно. Мне потребуется ещё 2 недели. Ваши сомнительные дела уже начали привлекать ненужное внимание. У вас и без того было достаточно времени, сэр Дэвид. Если честно, не думал, что вы ждете от меня каких-то трюков, будто я кокер-спаниель. Позвольте мне напомнить о вашем долге перед орденом. Мисс Торн, вы гоните меня, будто скаковую лошадь. Сэр Дэвид, я вернусь завтра. Да, на этом, дедушке, ты далеко не ускачешь. Если вы не разберетесь с устройством, забудьте о лошадях и собаках. Станете кормом для волков. Удачи. Ну, короче, я хрен узнает. Да, боевку они переделали, в принципе, тут новые дома, все типа. Это шпион Грина. Живо отведите его на допрос. Новая часть, все дела, но все равно ассасин, сука, он и в Африке ассасин. То есть вот 40 минут поиграешь, уже начинаешь зевать, тянуться, блять. Но отвлекаться нельзя. Это уже какая-то 25-я часть, где надо пройти, подкрасться, убить. Пролезть, залезть, бежать, блядь. Короче, не знаю. На любителя ассасинов, по-моему. С таким полустелсом. Так что на этом, думаю, первый взгляд можно закончить. Тем более, что у меня на лицухе потом, если что, опять до сюда проходить. Так что, чем жмите, что-нибудь там пишите. Все такое.